Начинай. Так, всех приветствую, всем здравия. Без барабана. Нет, я с балалайкой. Уже боишься, что пальцем включу? Конечно, нифига себе. А что, погодите. Хотелось бы представиться, Яшей Сергей Геннадьевич, с братьями, с Денисом и с Петром, представители спортивно-культурного клуба вместе. Самое главное, приехали, наш приезд ознаменовал, что сугробы растаяли, как бы дороги открылись через Волгу, проезд возможен, свободен. Наступающей весной, дай бог, пережили зиму. Простите, что не всегда успевали, была возможность на мероприятиях присутствовать, но при всем при этом уверены, что все получается. Пару аккордов можем лобануть по-братски. И дальше летим на репетицию. Нет, у нас 25 лет общества трезвости, собственного первого общества. Давай. Ура! Ура! Едем на репетицию, занимаемся отчасти, ну, хотелось бы напомнить, чем наш клуб занимается. Занимаемся адаптивной физкультурой, музыкальные воспитания, физкультурные воспитания. Вот сегодня ребятам едем репетировать. Так, ребята, давайте послушаем. Да нет, это... Да, не навязчиво. А вы чай кладете? А вы чай кладете для питомца? Интересным мероприятием. Кстати, да, если есть какая-то информация, мы сразу план. Да, можно тогда, пока ребята не ушли, посмотрите, ближайшее общее мероприятие, которое мы проводили всегда традиционно, 7 апреля, Всемирный день здоровья. Мы выходим на улицу, как всегда. Поэтому приглашение сейчас всегда на организации, чтобы на улице. С чем вы выходите, скажите так? С чем вы выходите?
совсем, где, ну, место... место... трамвайчика, как всегда. С играми также? С играми, с танцами, да. Дальше, для всех информация главная. Саратов молодой. 30 апреля мы открываем наш балет трезвости в Парке Победы. Открываем наш арт-объект. Потрясающий совершенно арт-объект. Символ молодости, красоты, любви, здоровья, трезвости. Он будет называться «Все в твоих руках, береги себя». Это будет символ, который мы на века ставим. Вот так, ни много, ни мало. Вот. Мы открываем такой арт-объект 30-го, поэтому 30-й апреля ничего у себя не планируйте. Все давайте вместе соберемся, это будет воскресенье, насколько я... Это будет воскресенье, и мы в воскресенье с вами там большое-большое мероприятие устраиваем. Предложения ото всех принимаются. Там на эстраде выступления, выступления на самой аллее и так дальше. То есть кто вот что предложит, то и примем. Александр, а 30 апреля вторник. Площадку это вторник, 30 апреля, я посчитал. Площадку воскресенье. Вот, Александр, площадку Саратов молодой может быть на 12 апреля организовать. На день космонавтики. Нет. 12-го, наоборот, на день космонавтики может площадку организовать Саратов молодой. Ну, мы пока не думали над этим, потому что ты знаешь, из чего надо исходить, Сереж? Вот в этот день будет очень много мероприятий, все организации будут проводить. А мы выбираем все дни, когда только мы проводим, понимаете, в этом есть разница. Кроме нас никто в эти дни не придет. Понял, просто каждый год мы все равно выступаем на земле. Наступайте. Со всеми поздоровались. Да. Кстати, недавно вспоминали про смотрение. Да его давно не было. Thank you.